Эй, земляк, мы не хотим, мы так наблюдаем. Да нихуя себе наблюдаете. Ну, блин, почти как Dark Souls. Нихера себе. Ну, это сильно, сильно, дядь. Как зовут хоть? Джон Цу. Ну, мало ты играл, братец, в эту игрушку. Братан, жопа светится! Зачем, бля, чё? Жопка, жопка. Или это так задумано? Блять! Ёрже себе. Сука. Отлично. Первый день в Таркове, и меня аж отработали. Он же Александр Уайт. Надо было в лицо резать. Так. Дядь, все нормально. Он указывает на отпечатки пальцев, на отпечатки ног. Да, этот товарищ знает толк в криминалистике. Я не буду его мешать, просто сниму аккуратно с него сумочку и жилеточку. И потопаю дальше. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Hello. Sorry, sorry. Да не такое уж и говно кофе Starbucks. Пережаренный, конечно, но все равно вкус натурального кофе чувствуется. Пейте, дети, натуральный кофе, будете здоровы. Но это не точно. Вроде никого. Что за байт?
Очень смешно было. Блин, опять эта штука тут висит. А что за дела? Почему это? Для чего? Что это означает? Это заколдованная бодяга. На открытых пространствах тяжело стреляться пока что с ботами мне. Опа, я... Офигеть, это я тогда живого чувака убил. Если ты видел, помнишь, гранатами закидал, который за стенкой вот тут ел. Это был живой человек, который с фонариком ходил. Прикинь, 38 уровень. Масяня! Дорогой Олег Куваев, извини, пожалуйста, я убил твоего ребенка, Масяню. Масяня 38. Уже старенькая. Ну, чё ты по землюку стреляешь-то, а? Дядь. Да знаю я эти заходы про... Эй, земля. Воу-воу-воу-воу! Птичка пролетела, это прям... Я забеспокоился. Ух. Душа в пятках. Вот она, истинная хоррор-игра. Вон он упыл! Не знаю, что это было. Вряд ли я его убил. Я скорее его спугнул. Hello. Hello. Лю. Леву. 56. Nice to meet you. Нифига, чувак, тут навертел. Это просто жесть. Как это отключить? По-моему, не отключается никак. Ближний, дальний, я сам себе съел. О май гад. Что видеокарта делает на пляже? Опачки! Ой-ой-ой, это же человек, который научился летать. Он шел к этому всю жизнь и наконец поднялся в воздух ровно на 15 сантиметров. Но
Это уже огромный прогресс для человечества. Вы посмотрите, это выглядит очень изящно, очень красиво. Я под магнитом! Короче, блядь, я пошел! Я погнал! Короче, блядь, я пошел! Я погнал! Тут, короче, друган мой был. Я погнал! Короче, блядь, я пошел! Я погнал! Ну чё, шкура цела, уже неплохо, а? Я погнал! Нормальный бот. Погнал. Шары раскрыли, не щелки. Да-да-да. Секундочку. Ну что, неплохой день, да? Друзья, спонсоры этого видео. Кофе Starbucks и российские железные дороги.